У Анжелики новая игрушка. Вика, покажи, какая у тебя игрушка. Так. Накормила бегемотика? Покажи свое платье красивое, Лика, покружись. Занята делом. Я съела! Здорово! Я победила! Так, я ожидала. Ты решила троих накормить сразу? Вот какая я сегодня счастливая, да? Вот это обалдеть, подарок. Лика. Так это же ролик. Точно это же роликовые коньки, да? Ай, сколько у тебя кукол. Что, ты вспомнила про другую куколку? Да? Так ты ее переложила, Лика? Наверное, куда-то ее переложила, в коробочку. Покружись, покажи хоть платье свое красивое. Ой, какое воздушное. Ну-ка еще раз покружись, фуэте сделай. Как ты фуэте делаешь? Анжелика, тебе сколько исполнилось-то? Целых 5. Лика, коньки-то крутые. А на сколько надо? Все, придется нам кататься сейчас, не дождавшись. Ну-ка, кто там такой? Ух ты, какой поросеночек классный. Ага. Ладно, поросенок. Его, наверное, кормить можно? Бубл, Тиара, Рапунцель. Это Рапунцель, Лика. Вот ее коса. Так, а это стиральная машина. Ну, конечно, стирать-то тебе надо чем-то. Машины вещи. У нас еще не было. Кнопочками, наверное, вода даже заливается. Да. Как раз у нас эта челка потерялась. Черт, Лика, нет. Давай ролики одевай. Лика, ты уже в шлеме. Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. И розовые, и голубые в цветочек. Какие красивые. А? Ну, так давай мерить. Веревка, говорю. Лика, да, красотка. Поехали. Поехали. Вот, слышишь? Долго, да, не двигается. Ну, что, Лика, тебе нравится? Шишек набьешь, сколько. Алика? Класс. Или не очень? Тяжеловато учиться, да? Как на лыжах, как на коньках учиться кататься, да? Вот так вот. Не так-то просто, да? Ну ничего, научишься, это уже хорошо. Хорошо смотришься в платье на роликах. Сколько у тебя цветов много на платье. Можно сорвать? Клумбочку. Мам, пойдем куколку откроем. Пойдем. С ней надо в ванной купаться, это Рапунцель. И из головы у нее будет пузырь. Да, интересно, да? Интересно, как я на роликах буду кататься. А, вот там три отверстия у нее на короне. Видимо, оттуда пускается. Научишься? Сейчас надо... Тебе помочь? Нет, я скотч только отлеплю. Что-то снимаешь. Это тебе Вика передала? Вот такой поросёночек. Угу. Ой, какой хорошенький, он мягонький такой. Классный? А головой он крутит, нет? То есть его можно купать. А, купать его, думаешь, можно? Сосочка. Ну-ка, почитаем. Ну давай. Что он делает? Коппи. А, храпит он еще. Погладь меня, поговори со мной и наряжай. Все? Ты подготавливаешься к застолью, Лика? Ну что, порядок? Наверное, свечки не хватает в тортике. Какой баба Галя тортик так привезла, сама испекла. С ягодкой. Так, могу
Тебе помочь с Пеппой? Давай, вставляй посерединке. Красотища. Все садись за стол. Зажигаем тортик? Да. А кто его зажигать будет? А свечки-то где я достала? Свечки будем еще вставлять? Нет. Не будем? Какая Пеппа. Пусть хоть погорит маленько. Загадывай желание. Да, загадывай сначала. Загадала? Да. Ну все, садись. Давай, будем. Все? О, ты махом сдула. Добралась до своего самого вкусного. Там ходил, облизывался. На этот кусочек. Земляничка. Вика, покажи, какая земляничка. Вот такая. Тебе нравится тортик? Угу. Тортик муравейник или нет? Нет. Нет, нас деда дезинформировал. Черепаха. Он сказал, баба Галя везет муравейник. Да, деда, что муравейник, что черепаха. Вот. Вот оказалась черепашка. Вкусная. Ты меня собьешь. Классно?